Школа готова к учебному году. В областном центре закончили приемку образовательных учреждений. И, по словам специалистов, учебу начнут в непривычном режиме. Звонки на урок и перемену для разных классов будут в разное время. Кроме того, 31 августа в Магадане для первоклассников проведут школьные линейки. Пройдут 31 августа линейки, опять же, в таком непривычном для нас режиме. Может быть, даже не параллели будут, может, даже будут несколько классов. Это сделано только для того, чтобы, опять же, рассредоточить детей и не передавать инфекцию друг от друга. Сотрудники пищеблоков и медики обязаны работать в масках и перчатках. Школьники носить средства индивидуальной защиты не будут. Если обнаружат зараженного ребенка, класс перейдет на дистанционное обучение. Как говорят педагоги, из-за пандемии и учителя, и школьники освоили онлайн-формат.